Ну а сейчас Туркестан. Там прошло заседание 6-й Генеральной Ассамблеи Союза Тюркских Университетов. В нем участвовали почти 50 ректоров и ученых, а также дипломаты, представители международных организаций, эксперты из Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии. Участники обсудили программу по обмену студентами, которая позволит получать образование или проходить практику в любом из вузов, входящих в это объединение. Также был заслушан отчет о проделанной работе представителей Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясауи. Рассмотрена дорожная карта на 2023-2024 годы. Отмечу, Союз тюркских университетов создан в 2013 году. Сейчас он включает в себя свыше 40 высших учебных заведений. Мы впервые участвуем в собрании Союза тюркских университетов. До этого мы были только наблюдателями. Сегодня вступили в это объединение. Считаю, что эта встреча имеет важное значение для укрепления взаимного сотрудничества.